Приветствую вас, мои друзья и гости канала. Всем огромный привет. И знаете что, я сегодня ищу бюджетный дом для вас. Хочу показать один домик. Он продан, но он мне нравится больше всего. И попробуем с вами сориентироваться, что же можно купить в Сочи в пределах от 5 до 7 миллионов рублей, если нужно именно с ремонтом и если хочется, чтобы было не менее 5 соток земли. Давайте попробуем сориентироваться. Мы с вами потихонечку посмотрим вот этот дом. И посмотрим вот этот дом. Они продаются. Один из них побольше, другой из них поменьше. Но так как там внутри еще полностью не доделано, то давайте посмотрим один из этих домиков, который уже продан. И мы посмотрим, что же он из себя представляет. Ну вот, смотрите, что касается дома. Да, две спальни есть, потолки какие-то интересные насчет того, что там второй свет. Ну и, соответственно, как бы ремонтик такой простой. Такой ремонт у вас обойдется примерно 20 тысяч рублей с квадратного метра. Да, ламинат простенький, обои простенькие. Ну, в принципе, знаете, как говорит моя дочка, зато новое. Зато ремонт новый. Лучше, говорит, новый ремонт вот такой, чем хороший, но старый. Хотя я тоже не могу сказать, что это плохой. Нормальный ремонт. Вот у этих домов просто потрясающий вид на кусты, на зелень. На зелень. Просто обалденный вид. И по большому счету, ты себя здесь не чувствуешь стесненным, потому что здесь круто. Действительно круто. Также у нас имеется санузел. Это, кстати, вот хорошая альтернатива. У нас чему? Ну, как-то мне скажут, все верно говорите. Это хорошая альтернатива квартире. Те люди, кому нужен участок, те люди, которым нужна вот, тишина, спокойствие и так далее. Ну, действительно круто. Круто. Это у нас кухня-гостиная. В принципе, здесь уже все доделано, все хорошо. Вот такая у нас терраса имеется, да, тишина, спокойствие. Ну и снаружи домики выглядят стильно, современно. Те соседи уже живут. Соответственно, те соседи у нас тоже уже живут. Самое приятное, что здесь у нас проведен интернет. Интернет у нас полностью готов. И на этом фоне, конечно же, здесь уже можно, там, не знаю, там... погрузиться во все тяжкие, спокойно уже можно проводить время. Посмотрите, участокчик, в принципе, большой, и все зависит от вас, что вы на этом участке сделаете. Электричество есть, вода есть, ну, единственное, что газа здесь нет. Ну, в принципе, в каркасных домах у нас газ особо не используется. По большому счету, здесь устанавливаются небольшие радиаторы, и все. И на этом у нас покончено. Либо у нас делаются теплые полы. Тоже, кому что нравится, кому что больше по душе, это, конечно же, все зависит именно от вас. Лично мне концепция такого домика нравится. Это, знаете, тот случай, когда ты можешь на выходные приехать и просто чуть-чуть отдохнуть. Сейчас мы с вами поднимемся на второй этаж. О, блин, я чуть не соскользнул. Офигеть. Тяжело, конечно, подниматься, ребят, извиняюсь. Но второй этаж мы можем использовать либо для кабинета, либо для детской. Но выглядит это вот так. Блин, ну не знаю. Просто как чердачное помещение использовать. Ну, интересное решение, конечно, но не знаю. Не знаю, ребят, не знаю. Еще раз не знаю. Поэтому. Давайте потихонечку вниз спустимся, да? Лестница такая крутая. Сразу скажу. Вот теперь что мы имеем, то имеем. Само собой, разумеется, здесь недорогая крыша на всех домиках. Она вот такая вот, да, сделана с металлочерепицы. Но посмотрите, все равно снаружи дома смотрятся очень даже хорошо. Учитывая, что я звонил недавно на Фарфер, да, Домогатского, хотел себе заказать. И Фарфер Домогатского, вот такая примерно площадь, обходится просто там, готовый под ключ, примерно в 9 миллионов рублей. Тоже, как говорится, будет из говна и палок. По большому счету, потому что фархер это усовершенствованный каркасник, ну, если по-русски говоря. В целом, я думаю, для Сочи вот такая конструкция имеет место быть. И я думаю, что это хорошая альтернатива, например, квартире. Вот такой домик стоит 6700. Да, вот как бы, ну, вот в этих пределах. От 5700 до 6700 самый дорогой. Ну, например, квартира «Остров мечты» 8 квадратных метров, как этот дом, да, в принципе, с такой же примерно планировкой, обойдется вам в 15 миллионов рублей. Даже не в 15, я смотрел сейчас, которые предложения остались, от 18 миллионов рублей и выше. Соответственно, кому нужен свой небольшой садик, кому нужна своя какая-то территория, я думаю, вам будет это интересно. А мы сейчас давайте с вами пройдем те дома, которые продаются, и посмотрим, сколько же
они стоят и как они выглядят. Но они будут все вот с таким ремонтом. Давайте посмотрим. Домик за 6600. Ну, пока еще ремонт не сделан, но ремонт будет. Посмотрим, как же, из чего такие дома у нас сделаны. 5 соток земли. Это большой и огромный плюс. В принципе, видите, все хорошо, нормально зашивается. Изнутри зашивается у нас гипс картоном. Поэтому, в принципе, ремонт обходится не так дорого. Потому что штукатурка пока у нас это самое дорогое, что есть. Электрика, проводка, все делается в гофре, все как положено. Ну и в целом у нас получается две изолированные комнатки. Еще раз повторюсь, цена 6600. Это у нас вместе с ремонтом. Ремонт здесь будет. Сейчас я вот хожу по ДСП, и в целом как бы ничего не играет, все хорошо и добротно. В целом вид на красивые аналогичные домики и на лес. Я считаю, что вид более чем замечательный. Теперь давайте посмотрим, что же здесь такого интересного есть. По сути, здесь тоже у нас есть возможность выйти на террасу. И здесь самая большая терраса. Посмотрите, да, она продлена прям до конца. И за счет этого получается у нас 94 квадратных метров. Так, конечно, по факту там у нас эти дома позиционируются как 84 квадратных метра. В целом, говорю, вот этот стиль шале мне очень нравится. Действительно нравится. Блин, это круто, это классно. Единственное, что если, например, я брал себе дом, ну, из такого рода каркаса, я, наверное, здесь захотел бы все-таки больше на оконную группу. И по большому счету все. И вот здесь, например, взял под потолок. Что вот здесь я считаю, что уже лишнее немножко, вот этот, который окна ставили, лучше бы здесь сделали шикарные окна. Для кондиционера все выведено. Ну и в целом здесь дом у нас будет отапливаться от электричества. Хотел бы отметить электрику. Посмотрите, ребят, как грамотно, умно сделано. На каждую розетку в каркасеньке у нас идет свой тумблер. Ну, действительно круто, как бы свой автомат. Поэтому можете себя чувствовать в безопасности, он у вас не сгорит и так далее. Поэтому смотрите, смотрите, еще раз смотрите. Домик стоит 6600. Еще раз повторюсь, готовый с ремонтом. За 6600, чтобы вы понимали, я квартиру в жилом комплексе Кватро, черновую, 50 квадратных метров, продал за 6500. 6500 квартира в Кватро, черновая, в которую нужно еще 1,5 миллиона вложить в ремонт. Вот у вас есть выбор. Либо купить 50 квадратных метров в Дагомысе квартиру, либо можете купить за эти деньги себе домик. Да, домик будет каркасный. Но многие из вас, конечно же, хейтят каркасные дома, начинают там выкаблучиваться, там да то, да все и так далее. А по факту многие из вас и готовы сделать каркасный дом, потому что понимают прекрасно, если каркасные дома у нас в Канаде строят, если строят в Сибири, в конце концов, то в Сочи тем более каркасному дому имеет место быть. Тем более они смотрятся очень хорошо, очень красиво, гораздо лучше, чем шале, гораздо лучше, чем хай-тек. И, конечно же, здесь, вот видите, там сейчас забор доделать, да, все красиво, все будет красиво, классно и замечательно. Поэтому, ребят, смотрите сами. Я рад, что все-таки есть застройщики, которые могут предложить своим покупателям по такой цене дома, потому что, по большому счету, конечно же, дом в Сочи купить очень сложно, потому что земля стоит безумных денег. И знаете, сегодня я проехал вот именно в эту локацию и понял, что дорога-то стала лучше, стало ехать гораздо комфортнее, и по большому счету, блин, я остался доволен. Ну и вот, посмотрите, да, все равно снаружи домики смотрятся очень даже красиво, смотрятся симпатично, и по большому счету я сейчас заходил в каждый из домов, я себя не чувствовал как в каменных домах, что там они просто нагреваются, все. Здесь все-таки у нас сохраняется тепло и сохраняется холод в том числе. Я себя чувствовал комфортным. Видите, заборчики, все равно. Ну, согласитесь, прикольно. Вот люди уже переехали, люди начинают осваивать. И я думаю, что те люди, которые у нас горят своим домом, которые желают, не знаю, там, свои парковочные места, хотят посадить ту или иную, там, не знаю, там, ту или иную культурную такую рассаду. Я думаю, для вас это просто обалденный вариант. Вот такие, да, смотрите, сделали парковки каждому сбоку, да, и здесь тоже сделать заезд. И тем самым получается все красиво, все культурно и все довольно-таки эстетично. Мы посмотрим сейчас еще один домик, он будет немножко размером поменьше. Ребят, мы продолжаем с вами. Квартира была продана в Кватро за 6500, 50 квадратных метров. И при том дом еще как бы полноценно не сдался, сейчас идет передача. Здесь же этот дом стоит 5600, у него
5 соток земли. Вот у нас парковочное место, куда будет загонять свой автомобиль. Ну и, конечно же, вот он домик. Что он из себя представляет? Каркасный дом, 64 квадратных метра. Посмотрим, как у нас сейчас осуществляется монтаж. И дом будет полностью готовый. Домик будет полностью с ремонтом. Соответственно, такой вот небольшой санузел, как в квартирах. И вот здесь мы с вами видим кухню, столовую, кухню, гостиную. Вот такие вот высокие здесь потолки, в принципе, интересно сделано. И, само собой разумеется, есть возможность выйти на террасу. Терраса у нас будет вид на зелень, вид на гору. Ну и, конечно же, на соседние аналогичные красивые домики. По-настоящему получился такой недорогой коттеджный поселок. Что касается... Здравствуйте. Что касается спальни. Одна спальня хорошая, полноценная. И давайте посмотрим еще одну спальню. Тоже, кстати, она большая спальня. Не меньше, чем в тех домах, которые мы смотрели. Я думаю, что за 5-600 можно много чего просить. Сейчас у нас идет монтаж потолков. Потолки натягивают. Ну и, соответственно, вот здесь, конечно, мне больше всего нравится ремонт, потому что здесь, видите, все светленькое, все красивое. И в целом, ну, не знаю, мне как бы здесь, если честно, понравилось. Хорошая альтернатива квартире, потому что за 5-600 вы, по сути, можете купить только однокомнатную квартиру. Здесь вы получаете полноценную двушку. Соответственно, 64 квадрата, конечно, не много, но и, в принципе, не мало. Если хочешь побольше, то можно взять соседний. В целом, как бы учитывая, что есть своя территория, при желании здесь можно свою баньку соорудить, сейчас мы посмотрим с вами снаружи. Это прикольно, ребят, реально это прикольно. Ну и опять же, да, все в цене. Вот когда я смотрю фарфоровый дом из говна и палок, только более дорогого, и когда мне там предложили, фарфер Домогатского предложили там меньше 100 квадратных метров под ключ за 10 миллионов, там 9600 что ли, я просто офигел, понимаете? Там выяснилось, что оказывается сюда и крыша не входит, как бы надо там уже самим решать. Там, в общем, нормальный дом выходит не меньше 11 миллионов, мне уже сказали, это 100 квадратных метров. То здесь, плюс там еще нужно участок купить, это участок еще минимум 2 миллиона рублей, даже если мы будем брать вот в этой локации. И по большому счету ты уже 50 раз задумаешься, а может быть действительно проще взять уже готовое и, соответственно, уже просто заехать и жить. Особенность данных домов заключается в том, что здесь вы, в свою очередь, можете просто купить домик и, в принципе, Новый год уже отметить новоселье. Что касается ландшафтного дизайна, конечно, этим никто не занимается, этим будете заниматься вы сами. Все зависит именно от вас. В целом, когда ты приезжаешь сюда, мне нравится то, что здесь как-то все красиво, как-то здесь все в едином стиле. Действительно, это круто. Это круто, круто, еще раз круто. По поводу того, что там кто-то скажет, там себестоимость дома здесь 1 000 000 рублей. Ребят, вы мой номер телефона знаете, и кто там будет писать в комментариях, без проблем. Давайте обращаемся ко мне. Я с большим удовольствием дам вам 1 000 000 рублей. А вы, в свою очередь, построите мне такой же дом, в таком же коттеджном поселке, чтобы рядышком были такие же красивые, интересные соседи и так далее. Ну а если вы не можете за 1 000 000 или за 1,5 сделать то же самое, то тогда нечего писать всякую чушь. Ну, как бы так. Я думаю, что вот где рост, это Орско-Оренбургская область, там нужно за свои слова отвечать. В целом, я думаю, что эти дома этих денег стоят. Другое дело место. Ну, ребят, сейчас проехал, в принципе, нормально было, комфортно. Поэтому я думаю, что и вы также проедете, ничего страшного с вами, плохого не случится. Вот как бы такая штуковина. Все, на этом мы будем с вами заканчивать небольшую экскурсию. Ну, лично мне понравилось здесь. Всем добра и пока.